Всем привет, дорогие друзья! В подкормке огурцов важно знать золотую середину, а именно давать растению такое количество полезных веществ, которое им действительно необходимо. Чтобы наверняка учесть все потребности огурцов и не переборщить с дозировкой или наоборот не обделить важными веществами, хорошо использовать внекорневые подкормки. Они зачастую эффективнее, чем корневые. Питательные вещества быстрее всасываются растениями, а удобрения не расходуются на подкормку сорняков. Следует знать, что в период бутонизации, цветения и плодоношения огурцам требуется большое количество калия и фосфора. Берем 10 литров теплой воды и 250 грамм золы. Размешиваем, процеживаем и проводим обработку по листьям только огурцов открытого грунта. За период цветения и плодоношения рекомендуется выполнить 3 такие внекорневые подкормки, обильно смачивая листья огурцов. Следует помнить, что азотные удобрения должны быть исключены в этот период. Чтобы привлечь насекомых, можно добавить зольный раствор сахара из расчета 50 грамм на ведро. Также в раствор можно добавить несколько кристаллов марганцовки для профилактики от грибковых заболеваний. Для укрепления огуречных завязей можно применять раствор суперфосфата 40 грамм на ведро воды. И этим раствором обильно орошаем листья рано утром или вечером. Желаю вам удачи и отличных урожаев. Будьте здоровы! Всем пока!